Погода не подкачала, трасса тоже. В минувшие выходные состоялся очередной этап проекта «Бегом по Золотому кольцу». На этот раз своими красотами участников удивляла гостеприимная Кострома. Всего на старт полумарафона вышло более 2500 человек из 154 городов России, а также спортсмены из Бельгии. Отмечу, что Костромской полумарафон отличает ровная трасса без сильных перепадов высот. А вот жаркая погода пришлась по вкусу не всем участникам забега. Погода жаркая, немножко было тяжеловато бежать, но в конце разбежался и финишировал в приличной скорости. Погода немножко подвела, жарко стало, но в принципе мы к этому готовы. Бегали в 36 градусов, так что все хорошо, трасса хорошая, мне очень понравилось. Я с удовольствием приезжаю на почти все этапы Золотого кольца, когда есть возможность.